Добрый день, друзья. С вами по-прежнему Верхов. И вот сегодня база «Сверь». И такой вот квест. Хариус, 738 грамм. Но это небольшой вес. И попробуем его сейчас с вами сыграть так называемый пьяный квест. Для этого, значит, нам в рыболовном магазине, в принципе, нужны блесны. Ну, какие же блесна лучше всего показали себе на базе «Сверь»? Ну, это вот эта вращалка. Маленькая, средняя, можно купить. Ну, и 15-я, естественно, вращалка, которая хорошо ловит хариусов на любой базе. Маленькая и средняя. Ну, и, безусловно, друзья, мушки. Мушка третья, мушка восьмая, мушка десятая. Мушка вторая, номер один, номер два. И вот, собственно, давайте сейчас с вами отправимся на локацию за нашим хариусом. Хариуса можно найти на диком пляже, на мелководье. Его можно найти на лосином водопое, его можно встретить. Но мы с вами отправимся на дикий пляж. Мы попробуем сейчас сыграть с вами так называемый пьяный квест. Для этого берем наш спиннинг, ставим блесну. Я попробую мушку. Мне нравятся мушки. Вот, средняя. Вон там ямка какая-то есть, проводку. Давайте настроим наш спиннинг, я буду в пол воды. И сделаем проводку. Значит, давайте с вами сейчас еще поставим биологические насадки. Ну, на что будет хариус клевать? Да на муху будет клевать, на опарыша. Опарыша мне нравится, как ловит хариуса. Ну и давайте муху поставим. Ловить, друзья, с поверхности, то есть глубина 0 или нахлыстом. Вот и все. Значит, ну, есть неподтвержденный прикорм на хариуса. Горох молотый, чеснок. Ну, можно мух добавить туда. Или опарыша можно добавить. И можно подкормить. Итак, унюк. Ну, вот я сразу же приехал после турнира, где мы сыграли с вами максимальный вес на Онеге. Отпускаю всю рыбу. Ну, вот, к нам клюнул хариус мелкий. Дождались мы поклевки первой. Ну, мушка не хочет его ловить, не интересуется хариус нашей мушкой. Вторая мушка, маленькая, средняя, 202-я, тоже будет хорошо ловить хариусов, должна хорошо ловить хариусов. Но не факт, что она будет ловить, конечно. Между тем, поклевка у нас на муху, на опарыша, как видите. Но все это мелкий вес к нам идет. Все, что тянется одной кнопочкой G, этот вес меньше, чем полкило. И уже 501 грамм кнопочкой G тянуться не будет. А вот это хороший вес, друзья. И, возможно, это наш вес. Поэтому мы поступаем, поэтому сейчас еще здесь подсечку сделаем. Ну, это мелочь. И вот мы с вами сейчас поступаем следующим образом. Эликсир опыта. Вот мне кажется, что вес наш или близко к нашему. Ну и как видите, 94 500. То есть мы выиграли с вами квест. Выигран он на муху. И вот так вот мы использовали эликсир опыта, чтобы получить максимально возможный опыт. Давайте посмотрим нашего хариуса. Вот он, 746 грамм. Вот так был сыгран квест, друзья, на базе «Сверь», на хариуса. Спасибо за внимание, что посмотрели это видео. С вами был Верхов. Еще увидимся.